Ну, здесь сборы, как всегда, такие черновые, там камни покидал, в лесу походил, побегал, походил по горам, бой с тенью. Такие, такая черновая работа. Обычно я делаю так, предподготовку, то есть до основной подготовки приезжаю в горы, среднегорье, высокогорье, там делаю разные страшные упражнения и уезжаю на основную подготовку. Основная подготовка начинается за 8 недель до боя. Как сказать, здоровье набраться, свежим воздухом подышать. Ментально так, знаешь, с этого сбора надо уезжать, так, знаешь, вот прям хочешь вот так, вот таким должен уезжать с этого сбора.